Проект «День красоты для мам» был впервые придуман в Европе, но со временем перерос во всероссийский социальный проект, цель которого – поднять настроение мамам, которые лежат в больнице с онкобольными детьми. Это уже даже научно доказано, что от состояния мамы зависит и успех лечения, и состояние ребенка. Мама должна быть в команде с врачами. А мамам, как правило, очень трудно. Но женщины есть женщины. И поэтому, когда они с прической, с макияжем, с маникюром, это улучшает их настроение, и они становятся не раздражающим элементом, плачущим, нервничающим, а именно союзником в борьбе с болезнью. Освободить целый день востребованному визажисту, парикмахеру или мастеру маникюра редко удается. День красоты как раз становится таким исключением. Я видела довольные, счастливые глаза, это выше всяких похвал. Поэтому, в принципе, я довольна и буду снова принимать участие в таких благотворительных акциях. Я думаю, ценность поднять мамочкам настроение, взбодрить их, чтобы вот у них было настроение, и от этого у деток было хорошее настроение. Идеальная мама всегда внимательная, ответственная, добрая и заботливая. А настоящая супермама умеет справляться с любыми трудностями, никогда не теряет оптимизма и успевает все, в том числе и всегда быть красивой. Когда мы поступаем в это онкологическое отделение и в шоке ходим от диагноза своих детей, нам совсем не до красоты. Мы просто даже себя не помним, как мы выглядим, мы не знаем. Но когда потихонечку мы начинаем приходить в себя, когда детям становится лучше, то тогда уже начинаешь думать о себе. Хочется уже сделать маникюр, хочется уже прическу сделать, макияж. И поэтому такой день, который в данный момент устроила нам Искорка, да, фонд «Искорка». Это очень приятный день. Спасибо им большое. Ну вот у меня даже слезы выступают, потому что на самом деле приближается такой отменный праздник День Матери. Поэтому, конечно, очень приятно, что девочки вот так вот пришли нас в трудную минуту, так сказать, поддержать. Большое им спасибо за это, конечно. Настроение поднялось, улучшилось много, конечно, всего. Я банщиком есть дюм.